Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с магазином, в котором я чаще всего покупаю пряжу. Это город Киев. Посмотрите, какой красивый, посмотрите, какие у нас здания красивые. Там вверху площадь Льва Толстого, там есть остановка метро. Если от нее спуститься вниз, то вот здесь есть вот такой маленький магазинчик пряжи. Смотрите, он находится в подвальчике, он маленький, его можно даже не заметить. Ну что ж, спускаемся вниз, посмотрим, что нам сегодня предлагают.